Девушки пойдут в армию, с контакта удаляется музыку. Однако, здравствуйте, с вами Эдди Мёрфи, и сегодня я рад представить вашему вниманию большой мод у нас будет. Он изменит GTA San Andreas в визуальном плане. И что же добавляется? У нас изменяется вся растительность в игре на более улучшенную, красивую и просто офигительная растительность теперь стала. Просто посмотрите на эти деревья, на эту траву, хотя ее пока здесь нету. Просто посмотрите, как красиво изменилась растительность. Она стала лучше, красивей, светлей. Как говорится, результат налицо, конечно же. Судя из названия мода, Project Oblivion, это растительность из игры The Elder Scrolls Oblivion. Хотя я лично не играл ни в одну из этих игр, так что я знать не могу. Да, красивая растительность, ребят, просто от души. Но все же, у меня чуть подлагивает сейчас с фрапсом. Так что нужно иметь тоже достаточно среднюю конфигурацию вашего ПК, чтобы все отлично летало. А мы пока затаились в траве. Так. И вон мусора тоже пытаются за нами прийти. Вот такой вот отличный мод, ребят. Всем он придется по душе, я вам скажу, если вам надоело. Обычная растительность. Просто это офигенно изменит вашу GTA. Да, мод, не глобально, а такой большой мод, весит там мегабайтов 100, по-моему. Но быстро скачаете с файлообменника. Так как этот мод старый, то там установка ручная идет, надо кучу файлов перекидывать, но вы не бойтесь, там все легко и без вылетов будет работать. Но если будет вылетать, надо будет заменить экзешник игры. Я думаю, вы поняли, что это такое. Ну да, отлично, растительность. Давайте мы в объектив посмотрим. Супер. Текстуры высокого качества. По-моему, и этому моду право быть в GTA San Andreas у каждого игрока. Но если вы не хотите нагружать вашу систему, то никто вас не заставляет. Ну вот, все, мы посмотрели вот такой замечательный мод. Также еще этот мод добавляет какой-то непонятный остров посередине океана, но его месторасположение вы увидите в самом архиве, там будет скриншотик, наверное. Я туда сейчас не полечу. Что ж, все, на этом я закончу. Я думаю, вам все объяснил про этот мод. Что ж, всем спасибо за просмотр, ребят. До новых встреч, увидимся еще не один раз. Что ж, всем пока.